Всем привет! С вами Лена из Кипема. И у нас вот тут кафешечка закрытая. А вон в той индийской кафешке чая нет. И вообще они мне все говорят, что в такую жару чай пить не надо. Вот. А мы ждем паром, чтобы поехать на Парадайз. На самом деле я не на Парадайз хочу, я хочу на Радифорд. Я уже здесь была однажды, но было поздно. И паром все не приходило. В общем, было опасение, что на ту сторону перебраться сможем, а вернуться уже нет. Вот. И сейчас я на этом пароме поеду первый раз. Теракол. Зонтик. Хочу зонтик. Вот. А это мой водитель. А это мой водитель. Now it's make this. Look, this is Victoria. But this now it's a symbol Ukraine for warm. But Ukraine make it's like a symbol Ukraine. But in people make show now like this. Yes. Take this off. Yes. You can walk in, and I will come on the bike. Okay. Вот. Короче, я сажусь на паром пешком. Мой водитель въезжает туда на мотоцикле. Это чем-то мне напоминает мою юность, когда я была рулевым мотористом на Обском водохранилище. Вот у нас такие же антикварные конструкции там были в Рэбе. То есть вот в период моей ранней юности я что-то подобное помню. Причем с водителем смешно познакомились. Сижу, пью чай вечером в этом, как его, бейкере. Сидит напротив. Смотрел. Он спрашивает, тебе сколько лет? Я говорю, 50. Он говорит, я так и подумал, мне тоже. Он говорит, да, мы с тобой оба старые, познакомиться жизненно необходимо. Я такая, ну конечно. Это просто необходимо. Первое, что он предложил, скатать меня на Радифорд. Вот. Это, я так понимаю, инсталляция. Это оно здесь не росло. Это сюда напилили, напривозили и поставили. То есть вот здесь была кафешка. Причем кто-то говорит, что ее чуть ли не русские держали. Эту кафешку. Вот, так что при вашем утверждении доказывать, что я очень старая. Но дело в том, что старая не только я. Есть и еще другие люди приблизительно моего же возраста. Ну, бумажка-то стоит. Такое ощущение, как будто они прям вот работать собираются. Let's go! Давай! Вот. Так, сейчас машинка заедет. Ну все. Сейчас мы здесь будем долго стоять, потом будем плыть. Когда будем подплывать к концовке, я вам еще раз запишу. Для вас это будет через одно моргание глазами, а для меня через какое-то время. Ну вот мы уже на середине пути. Еще немножко, еще чуть-чуть, и мы будем подкрадываться. Сейчас на пароме мало народу, мало машин, поэтому паром идет легкий. You want me?
Так, сейчас на фоне меня фотографируются, ну ничего страшного, я к этому спокойно отношусь. Когда подползем поближе, я вам еще поснимаю. Ой, ага. Я так понимаю, тут по дну идет трос, на котором нас и тянут. Походу нас тут заягивают. Хотя, может быть, это просто кораблик. Не, наверное, так интересно, а здесь мне чашечку чаю продадут? Хочу чашечку чаю. Нет, знакомый с байком — это всегда хорошо, потому что я же безлошадная, я же бесколесная, и мне же скучно. Мне же скучно. Он сегодня задает вопрос: что делаешь? Я что, скучаю? Есть идеи потусить? Конечно, есть идеи потусить. И вот я еду на форт. На этом форте были все, наверное, все, кроме меня, были на этом форте. Я, наверное, единственная, кто не была на этом форте. Угу. Бочком так ползли. Ага, теперь их... Выезжай. Выпрыгиваем. Так. Ну вот и все. Вот мы выпрыгнули. Как я пошла, спрошу чай. Ну здесь его, скорее всего, тоже нет, но я его спрошу. I ask чай! Окей. Окей, найс. Как поехать на Ready Fort? Мы идем обедать. Дело в том, что я выскочила вообще не позавтракав. Ну, я пока проснулась, пока подтягивалась, пока я там пыталась кипятильником себе водичку вскипятить. Она у меня нифига не кипятилась. Вот. Ага. Красивенько. Красивенько, красивенько, красивенько. Вау! Вау! Красотища-то какая! Красотища-то какая! Вот что значит наличие мотоцикла. Наличие мотоцикла – это свобода передвижения. Наличие мотоцикла – это свобода передвижения. Yes, it's very beautiful. Thank you for showing this place. Peace. Tell for my friend something. Something? Yes. Welcome to Goa. This is the place where we hang out. This is the river. This is the ocean. That's scary, and it's a good time here. It's good fresh air, good clean water, good food. You tell everybody need visit for this. Of course, you should look at this. It's like. What? Lunchtime. This is your recommendation. Of course, it is my recommendation. Hill Rock. Вот. Короче, это место вам очень всем рекомендуют. Дальше я вам поснимаю на Ready Fort. Вот, ребята, мы с вами и прибыли в Ready Fort. А, насколько я вижу, это восстановленное. То есть, как бы, не то чтобы это прям-таки древняя кладка. То есть, этот форт, я так понимаю, у нас прошел процесс восстановления. Этот форт у нас прошел процесс восстановления. Топаем. Так, здесь у нас что-то есть на английском. На красненьком написано. Ну, в общем... Будем делать вид, что я английского не понимаю, а то вдруг там написано, что снимать нельзя.
А я действительно не понимаю, я не в состоянии прочесть. В общем, do you know story this place? Yeah, he built this fort long time back. Yeah, it's it was fight the Portuguese. Yeah, and also trade route. A lot of trading, mangoes and fruits and spices and. This is road for this up. This is just to go up here, but the fort is inside there. Пошли наверх. You can check. Пошли наверх. Ага. Понятно, это я тут на башню залезла. А что у нас из башни видно? Ну, не так, чтобы сильно высоко. Но прикольно. Вот видите камни, это свежий, то есть это восстановленный форт. То есть тут из древнего, я думаю, только какая-то часть кладки. Остальное все новье. Это я за интернет заплатила, мне информацию прислали. А то у меня интернет закончился. Я так понимаю, это мы внутри форта. То есть это вот у нас оборонительное сооружение. Mango. Mango. Eucalyptus. This is where fruits? I want fruits. Oh, fruits come. This every year, second year, every second year mango comes. Huh? Mm. Yeah, this is all mango, rice, coconut. I think this when mango down, staff people who have hotel take this for morning. Yes. But we visit very late. Yes. Ага, то есть вот она более... Start to the fort, yeah. Так. Ready fort. Ready. Ready это красный. This is fort, it's Portuguese. No. No Portuguese, it's India. India, yeah, fighter. А, то есть как... Shivaji, yes. То есть это вроде как не португальцы построили. А, царь в Махараштре, который воевал с португальцами. Ну, я потом погуглю историю. Я-то почему-то думала, что это как все остальные форты, тоже тот самый португальский. Потому что все форты в Гуа, они все португальские. А это король Махараштры. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Откапывают. Откапывают потихоньку стены. Восстанавливают. But I every time look fort in Goa and every time Portuguese, Portuguese, Portuguese. I think every fort is Portuguese. Remember, it's Maharashtra. This is opposite. Portuguese never come to Maharashtra. Yes, yes. We chop them. Yeah, we chop them. Nada, they come here, we fuck them, we kill them. Yeah. Fucking looters, man. Thieves. All this English, Portuguese, French, all this fucking thieves. Вот человек большую жизнь прожил за границей, а патриотизм так и шкалит. А патриотизм так и шкалит. Красиво. Форт не нравится. What is it English word? This is... never mind. Please. Three English word, this... Roots.
Inside tree, roots. Inside ground. Roots. 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 Yeah. Корни. Many, many tree inside, like this. Yes. Big, very big. Корни растений, корни деревьев. Прикольно. Я думала, тут такой малюсенький фортик, а тут вон как понастроили. Понастроили, понастроили. Little bit fresh? AC, like, you know, like, sure. Much better here. Откапывают, реставрируют. Ну, здесь прям видно, как здесь строят. То есть они же вот строят. Ну, в принципе, да. Патриотизм. Это не португальский форт. Вот они его и отстраивают. А вот это вот не отреставрированная часть форта. А он большой. А он большой. Баньян. Вот я думаю, что то, что торчит там везде, это корни баньяна торчат. О, красотища-то какая! Красотища-то какая! Не, ну оно стоит того, чтобы сюда приехать. Даже по жаре. Вот они, эти корни. Эти деревья, видите, здесь вырубали. Потому что отсюда прям-таки ввысь росли деревья. But now it's restoration. No, it's like this. No, little bit, but look, this is really restoration. Yeah, this is all new, new, new. Only the front part, everything else. Yes, this is history. Да. Ну, он говорит, восстанавливают, ну, снаружи. Сначала пытался сказать, что нет, ну, как это нет? Я же вижу, что вот это восстановленное. Вот. А вот сейчас мы в историческую часть форта заходим. Блин, классно. Классно, 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 классно. What is it? It's the water. Ah. Water with crocodiles, snakes, so enemy can come. Это, короче, channel. Channel. Короче, ров. А я не знаю. In Russian this is name ров. Короче, здесь ров с крокодилами. То есть вот это вот вокруг этого самого форта был ров. И говорит с крокодилами. Говорит крокодайл. Будем уверить, что здесь были крокодилы. Тут была вода, и тут были крокодилы. Не, ну а почему бы нет, если вода, им туда еду кидать, они там и поселятся. То есть, в принципе, логично. Если ров, то значит с крокодилами. Если ров, то значит с крокодилами. Деревья повырубали, здесь все позарастало аж деревьями. Вон какие корни. Вон какие корни. Прям таки. Еще несколько лет.
И они, блин, прям восстановят все здесь. Я прям это чувствую. Сейчас у них прямо таки всплеск антиколониальных настроений. Не знаю почему. О, красотища. А это вот про этот пляж говорят, что он парадайз. Парадайз — это рай. То есть, видимо, про этот пляж говорят, что он райский. Это пляж парадайз. Так надо у него спросить. Но я уверена, что он. Потому что выглядит он именно как парадайз. Этот пляж выглядит как парадайз. Ну вот там левее, ну тоже пляж. А вот этот прям с белым песком. Когда вам рассказывают про пляж парадайз, это пляж в соседнем штате Махараштра, напротив Реди Форта, Красного Форта, где здешний квин, принц, король. Отсюда, от сель грозить мы будем миру. То есть здесь они оборонялись от португальцев. То есть. Это индийский форт. Yes. Парадайз? Ну, я угадала, это и есть парадайз. Я угадала, это и есть парадайз. Я угадала. Это и есть парадайз. Райский пляж. Но он и выглядит как парадайз. Ну, красотища, конечно. Я, кстати, видела много видео с Реди Форта, но какие-то они, на мой взгляд, были неинформативные. Yes, very beautiful, very nice. Thank you for excursion. It's excursion not only for me, it's excursion for my friend who will be looking this, for many people. А вот там тот самый ров с крокодилами. А вот здесь проходил ров с крокодилами. Пляж парадайз и ров с крокодилами. Ну, обязательно, чтобы тебя парадайз никто не отобрал, надо иметь ров с крокодилами. У украинцев сейчас шутка. Мы, говорит, на вашу Москву не пойдем, нахер она нам не нужна. Мы вдоль границы выкопаем ров. Посадим туда крокодилов. Есть другая версия, залить туда кислоту, но если кислота плохо соединяется с крокодилами. То есть либо кислота, либо крокодилы. Вот они еще не определились, что будут заливать на границе России и Украины в ров. Но насчет рва, то есть, как бы, они абсолютно уверены. Вот они, деревья рубятся. Деревья рубятся. Они прям внутри, смотрите. Yes! Я не знаю, вам его слышно или нет. Говорит, very beautiful. Yes, it's... we are from here? No. No. Нет, это не... А, это... Нет, это... Yes, it's not паром. It's fish boat. Окей. Okay. Я просто перепутала, подумала, что там наш пар... Nice!
Деревья падают, стены обваливают. Да, everything is broken. Dangerous. Да, поэтому деревья-то и рубят, потому что они вырастают на стене, а потом они ее разваливают. Вот смотрите, как деревья могут развалить здание. То есть вот если дать вырасти дереву, оно потом упадет вместе со стеной. Я сегодня хотела выпустить видео совсем на другую тему. Я уже даже на балкон вытащила штатив и села записывать. Но в этот момент меня сдернули на экскурсию. И я прямо ни минуты пока не жалею. Потому что посидеть на балконе и записать вам свои мысли на разные темы я всегда успею. Я никогда не опоздаю. А вот на Рэдди Форд меня не каждый день возят. А на Рэдди Форд здесь деревья вообще всю стену завалили. Видите, вон они попадали и завалили всю стену. Прям видно свежий обрыв. То есть из-за того, что деревья не пилили, они здесь развалили историческую достопримечательность. Осторожненько. Страшно. Dangerous! Dangerous, yeah. Everything fall down. Yes. Salt. Wow! Yes, salt pans. Wow! Здесь добывают соль. Да. Здесь добывают соль. Nice! Very interesting place. Да. Куда только возят экскурсии. Ну как, там по-быстрому привез, вы побежали, сделали. Сюда, конечно. Ну вот на эти соляные-то что же надо? Так, и я и на Парадайз теперь хочу, и на соляную хочу. У меня уже список экскурсий вырос. А колес как не было, так и нет. Ну ладно. По ситуации. Инсайд? А, yes. Говорит, не можем пройти. Материться. На английском. Ну, что поделать? Я у нас тоже матершинница, поэтому я даже не возражаю, когда он матерится на английском. Сама так умею. На русском. Вроде бы как надо встать в позу. Материтесь, не ругайтесь. Ну так, как у самой моська в пушку. Вау, 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 вау. Вау. Да. More insight. Если вам кто-нибудь из знакомых скажет, что он хорошо знает Рэдди Форд, обязательно съездите. Но сюда имеет смысл идти, если вам показывают. То есть сама я, наверное, не сразу бы все нашла. А меня прям-таки ведут по маршруту. И, видимо, знающими людьми маршрут-то натоптанный. Ну вот.
комнатки небольшие. Вот освещение подрегулировали. А то, когда со света захожу, прям совсем темно кажется. Сейчас вот в эту вот дверку так. Вау! Swimming pool! А тут у нас бассейн. А тут у нас бассейн. По-индийски не глубокий. Индийцы глубокие бассейны не копали. Не было у них такой привычки. То есть вот здесь вокруг были дома, там жили люди, у них что-то располагалось, а в центре вот здесь у них был бассейн. А это дорога для крокодилов? Чтобы крокодилы поужинать заходили? Ай! Надо будет погуглить в интернете, посмотреть всевозможные эти планы реставрации, планы сооружения, чтобы представить, как это было в те далекие времена. How many years before? When this work? How many years before this fort building? Не слышит он меня. 300? 300 лет? 300 лет назад. Almost. И больше. 300 лет назад и более. Жарко, очень жарко. Я вот как бы в своем черном комбинезоне, как всегда. Но сейчас действительно есть желание снять шкурку. Прям шкурку снять, ею помахать. Ага, Тёма и Катя, 2023 год, плюс Саша. Ну, в общем, Тёма, Катя и Саша, следы вашего вандализма я наблюдаю. Ну, принято у нас так. Ну, теперь, ага, Кака, ну, понятно. Здесь был Вася. Киргизстан. Ах, ребятки, ребятки. Ну, it's same, it's across. It's same or it's different? А, это следующий зал, это не тот же самый, это мы в следующий зал вышли. Ага, и еще один зал. Ну, деревья тут попилят, чтобы они не доразвалили все это. А тут еще и колонны должны быть по периметру. О, смотрите, тут еще и колонны должны быть по периметру. Ну, смотрите, как эти корни разваливают здание. Смотрите, вот они внутри стены, внутри кладки прорастают. Выглядит красиво, но если это не ликвидировать, этому форту придет звездец. But very hot. Won't delete skin. Yeah, yeah. I don't know how you wear what clothes. This is a jumpsuit. This is a jumpsuit, Baba. But this comfortable for use. But only very hot now. Do you can make video people look like my dress? Да, да, it's on, right? Да, я у нас в черном комбинезоне, поэтому мне дико жарко. Мне дико жарко. This is the biggest tree
Wow. That's crazy. This I can stand up. Yes. Жарко. Ну вот это моя привычка к черному комбинезону. Меня сейчас прям это очень жарко. Тут тоже следы каких-то колонн. Дерево, 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 дерево. Корни, корни, корни. А это дерево еще не спилили, оно еще... Ай! Оно еще... Вау! Yes! It's supposed to come stand here like this. Please! Nice! Let's go! Let's go! Very hot! Of course! For me, you're risky, you're okay. Me, Baba. Monkey, look! Monkey? Yes! What? He's sitting, is he? He's woke now. One, yeah, he's sitting. Yeah. Male, female. Dangerous. Здесь не только люди, здесь еще и обезьянки. Здесь еще и обезьянки. Люди и манки. Но вот индийцы, они про обезьян говорят dangerous. Они говорят, что звери опасные. Ну, потому что поцарапает, потом замучаешься, как от укуса собаки. Уколы от бешенства делать, или и от столбняка, и еще фиг знает от чего. Обезьянки, конечно, выглядят очень мило, но при контакте с ними можно подцепить огромное количество болезней, если тебя укусят. Ну, в общем, ребята, будьте осторожны. Я тоже люблю всяких обезьянок. Но осторожность превыше всего. Так, а давайте вот в эту ямку залезем. Ямка, 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 ямка. А, это то же самое большое дерево, только с другой стороны. Хочу чаю. Мы, конечно, позавтракали, но там были омлетики, роти, водичка. А чаю в ресторане не было. Это же Махараштра, здесь же индийские рестораны. А в индийских ресторанах чай не то чтобы водился. У них есть места для чая, а есть места... I'm here. Where are you? И так как место не очень туристическое, то мы здесь бродим фактически вдвоем. Никого нету. Нету толп туристов. Don't have too much excursion like different fort. No, this is small. Because when big, 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 otherwise, why do we go far, big, big, big forts? When
I visited port in Panaji. Yeah, it's big. Too much excursion. Yeah, yeah, yeah. Too much excursion. It's small. It's like on the hill. Small hill they built to watch enemy. But I think it's not enough information for foreigners. When foreigners will be get information, this is... Yeah, but 1 hour is 1 hour. You know, there's what to do. Like this is... Actually, the view is nice. I think after some time, it's more and more and more people come in. Many people come here. Oh, in season time, 500 people come here, so Ruskies, many Ruskies. All these girls come here for photo shoot. Yes. Instagram, look at me, how I'm beautiful. But it's really beautiful. Yeah, it's like all these women, that's why the police came and stopped all this. Oh, this is so like nice. Conditioner. Yeah, like full power here coming. Здесь прохладненько, вот в этом месте, так как будто, причем продувается, и ощущение, как будто здесь кондиционер работает. То есть вроде бы как бы там и слева жарко, и справа жарко, а здесь прям ветерок дует, и как будто ты под кондиционером. Естественные какие-то системы. This natural conditioner system for all the history. Yes, 300 years. It's specially for... Accordingly, wind direction. Design, it's like beautiful. This is like, I don't know this word. It's a word not design, it's word about ventilation. About technology. Yes, wind direction, sun direction, study everything and then build everything. Yeah. Yes. It's how cool it is here, see? Yes, this is cool. Yeah, that's left hot, right hot, this is cool. Yeah, rock also cool. Yeah, you see? Ну, в общем, технологии по охлаждению такие вот древние. Когда кондиционеров не было, а места с охлаждениями были. То есть умели строить таким образом, чтобы даже в самую жару найти местечко. Вот они, наверное, вот так вот и строили, да? То есть вот туда вот за камушек заходишь. При этом должна учитываться эрозия ветров. Еще? One AC room? Yeah, yeah, special for you and me. Wind come like this. Look. Special for you. It's system. This is system anti-mosquito. Technology anti-mosquito. Catch mosquito, yes. Да. Антикомариная защита. If I put barrier, I sleep. You can put tent and live here. Да, да. But police go away you. Ну, смеемся, что если сюда кто-нибудь попытается поселиться, тут полиция ходит, всех заарестует. Он говорит, даже девчонок, когда они здесь всякие эти самые фотосессии а-ля ню хотят устроить. Ну, ню, знаете, да, обнаженка. Их тут тоже гоняют. So nice. Вот это тоже conditional place. То есть вот мы стоим, и прям здесь обдувает. Здесь прям такие вот местечки есть, прохладненькие. Чай! He told I'm stupid, because very hot time, drink very hot, very hot drink. It's not normal. I think I'm from Siberia. I told him I'm from Siberia. I love cold drink every day. Every... This is 43 in the when I was in Delhi, 2010 years, but temperature 45. Yes. I walk and ask, chai please, people think, what are you want? I think chai, I want chai. I die. Вот. Рассказываю, что когда в 2010 году я походила по Дели при температуре 45-48 и говорила, что я хочу чай, на меня тоже смотрели все как на сумасшедшую, а мне нормально, а мне нормально, а я хочу чаю. И вот оно, когда вы видите вот эти оранжевые флаги и видите картинки вот этого царя, это как раз символизирует борьбу индийцев с португальцами. То есть здесь эта война 300 лет велась.
а то и больше, 500. Ну вот сколько были португальцы, столько они здесь и воевали. Вот name this queen. His name. Шиваджи. Шиваджи. He was a king. King. Very powerful. He killed British, he killed Portuguese, he killed French, he killed fuck everybody. Kill, it's not good. Kill, no, of course kill, because you motherfucker come to my land. I understand, it's war, man. You fucking thief. Thief, this steal India. I understand. No, kill this motherfucker. Because they come and kill our people also. What? Вот он у нас he, этот. He has like this 45 forts in Maharashtra. He 45. Big. Вот. Вот он здесь этот. This is the man. Местный герой сопротивления. Местный герой сопротивления. И на вот этой волне патриотизма они этот форт отстроят круче, чем он был при самом царе. Потому что вот судя по тому, как они взялись, они его отстроят. Они неспешно это делают. Они это делают неспешно, но они это сделают. Без. Чаттапати Шиваджи Махарадж, that man name. Вот он. Короче, кто может, те прочитайте. У меня не произносится. Я очень за, я очень хочу. А вот мотоциклы, на которые меня привезли. А чай, наверное, вот там. Чай. А чай вот где-то здесь. Ха-ха-ха. А тут на выходе цивилизация. Nice! Of course. This is civilization. Да, да. What is it? You want chai? Do you have a chai? Yes, yes. Chai, please. Take chai, no, madam. You want sugar without sugar? I want Indian like people cooking at home. Okay. Indian traditional like. Apne dar ka chai banao main. Maharashtra. But when Indian people cooking for foreigners, it's different cooking. When Indian cooking for himself at home, this is. Because foreigners say I don't want sugar, I don't want milk, I don't want strong, blah blah blah. That's why different. We make my way. Come to my house, I'll make you chai. You'll be yes. You'll go crazy. You'll be like wow. You'll be like, fuck. Yeah, you'll be like wow. Yeah. Туалет. Outside. Хочу, не хочу. Мне ж скафандр мой снимать. Или до Гоа потерплю. Я подумаю об этом. Вот. Take, please. Yes. Вот. Дорогие мои, всех люблю, всех целую. Говорим спасибо за экскурсию мне. And one second. Sammy. Tell your name and tell Sammy. With my... And speak with my friends. Uh-huh. About this place? About excursion. I make excursion for you. I make excursion for you to come to Reddy Fort. Because it's right next to Paradise Beach. And you get a good view of the ocean, the sea. You can and see about the salt place. This the salt pans at the back of the fort. The salt pans, there's iron mines on the mountain there. There's coal mines over there. And then you have the ocean, sea on this side, Paradise Beach. And this beautiful your restaurant. Recommendation this place. Yes, you should come here. It's very beautiful, very shanti, clean, good air. You know, it's very and beautiful. Restaurant, good food, and good not expensive. Chai, it's this. I told the restaurant where we very, stay very good before. Quality food with less price. Less price. Quality food, yes. Yes. Very important. You should come because this whole area. After this, go to Paradise Beach, swim there. You know, more beautiful places there also. You can do. You know, like. Yeah, but this area is very nice. Reddy Beach is down the road from here. Yes. If you go down from here, is the beach. Yes, in Paradise. No, Reddy. Reddy. Yeah, Reddy Beach. Yeah, 2 minutes. 2 minutes. Yeah, вот здесь beach. У нас yeah, Reddy. Yeah, right здесь еще и пляж есть, right Reddy Beach. You walk to 1 minute and you'll be on the beach. То есть, если вы приедете на форт, вы еще сможете здесь покупаться. And from here, you can walk to Paradise Beach. Yes, half an hour. Half an hour. Yes. 30 минут, и ты на Paradise Beach пешочком.
Все, я с вами прощаюсь. Я уже наснимала, наверное, целый час. Всех люблю, всех целую. Бай-бай-бай-бай-бай. С вами была Лена из Кипема.